учащийся 6 класса Мирошниченко Платон. Он принимал участие в областном конкурсе «Юный виртуоз» в городе Днепропетровск, первое место. Черевной рояль, первое место. Международный фестиваль конкурса «Искусство и творчество» в городе Днепропетровск, «Музыка любви», первое место. Региональный конкурс «Юный исполнителя джазовой музыки «Весняный водокрай», первое место. И исполнит он для вас «Боксфорд, черное и белое».